Давай, садись. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Я задам тебе один вопрос, Лиза, и, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Дешутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд, мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Ну вот, приехали. Ты только держись рядом. Старди, консен. Хорошо. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер. О, Господи. Лиза, милая. А, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой. Все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, тихо. Все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Илкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней. Не надо, я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик.
Чем могу помочь? Эй, Зенни. Над байком нужно поработать. Нужно прокачать. Байк жрет нехило. Пока. Пока. Что за хрень? Работай давай. Привет, Дик. Решил к тебе заглянуть. Да, это я могу улучшить. Держи, как с завода. Эта штука тебе пригодится. Хорошая пушка, для одища что надо. Чем еще могу помочь? Тебе еще что-нибудь нужно? Еще что-нибудь? Хороший выбор. Да, ладно, я буду здесь. Ну, увидимся. Эй, как дела? Как дела, Зенни? Ты же Дикон, да? Зенни. Я могу помочь? Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю. Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину, Боумана и Хьюит. У нее лицо было разбито до неузнаваемости. Хьюит? Это Мария, что ли? Господи. Он местный, этот ублюдок, Лимбо? Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я разберусь. Я так и думала. Так что, Такер, мне-то можно доверять? Ты же Дикон, да? Эй, Зенни, руки как, чистые? Работай усердно, и от тебя отстанут.
Привет, Дик. Сейчас. Смел столько набить. Это, наверное, Дик. Ну, бай. О'Брайен. Это долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс, Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Да уж, Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим, чем там Неро занимается. О'Брайен назрел разговор.